Перископ – это оптический прибор, дающий возможность рассматривать предметы, расположенные в горизонтальной плоскости, не совпадающие с горизонтальной плоскостью глаз наблюдателя. Применяется на подводных лодках для наблюдения за поверхностью моря в погруженном состоянии. Сухопутная армия для безопасного незаметного наблюдения за противником из-за укрытия. В технике для исследования внутренних или труднодоступных частей изделия. В простейшем случае перископ состоит из вертикальной трубы с двумя закрепленными под углом 45 градусов зеркалами или призмами с полным внутренним отражением. Недостатком подобной конструкции является небольшой угол зрения, не более 10-12 градусов, и небольшая светосила, вынуждающая ограничиться небольшой длиной перископа, не более 1 метра, при сравнительно большом диаметре трубы, до 330 мм. Поэтому в перископе отражающая система обычно связана с системой линз. Кроме того, перископы могут иметь и другие приспособления для определения расстояния, перенца, скорости движения объекта.